Хомячок решил покушать и пошел на кухню. Он пришел и нашел чипсы, колу, бутерброд и решил покушать, пока никто не видит. Как только взялся за бутерброд, в дверь зашла уточка. «Так, что ты здесь делаешь без меня?» — сказала она и попросила поделиться. Он разозлился и ушел. А она ему вслед сказала: «Ну иди, мне больше достанется». Как только она взяла в руки бутерброд, откусила кусочек и решила запивать колой, она у нее упала и разлилась. И на шум зашел зайчик Супермен и решил ей помочь убраться. Вытирает все и говорит ей: «Это еда вредная. Выкидываем. Лучше вот что поешь». И он пошел принести полезную еду. А она думает: «Что же это за еда такая?» В это время пришел Хомячок и спрашивает: «А где еда? Ты все съела?» «Нет», — она говорит и рассказывает ситуацию. «У меня разлилась кола. Прилетел заяц-супермен и выкинул всю еду. И сказал, сейчас принесет полезную». Он пришел и принес еду. Здесь был полезный сок, сушеная манго и суп. «А что же это?» – спрашивал Хомячок и уточка. «А это был антисептик», – ответил он и дал всем помазать ручки перед едой. Пшик-п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 шик. Все помыли и приступили, чтобы покушать. Все сели удобно и кушали. Сначала каждый попробовал суп. Ням-ням-ням, ням-ням-ням, ням-ням-ням. Но все сказали: «Вкусно, но надо сладкого». И он на сладкое принес манго. И все отвечают: «Но это не сладкое». А он отвечает: «Зато полезное». И все попробовали. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Всем понравилось, но только вот нечем запивать было, пока зайчик Супермен не показал на вкусный сок. Все попили. Потом все осталось здесь. Хомячок с уточкой ушли спать. А зайчику Супермену он все убирал. «Так, мусор весь выкинули. Можно поспать». «Так». Он подошел к Хомячку уточки там, где они спали, и лег вместе. Вот такая вот история.